Простите меня, отец, ибо я согрешил. Работа. Но она досталась мне из-за чужой беды. Не слабо. А зачем тебе шалфей? Ты же помнишь, какой фильм мы снимаем? Как по мне, лучше перестраховаться. Твою-то... Чё за хрень? И жемчужные экскурсии. Холодная комната. Какая жуть. Камера. Мотор, начинаем? Давай, ты сможешь. Господи, помилуй. Стоп, снято. Снято. Изыди, змей! Пойдем. Тони, Тони, Тони! Все хорошо. Детка, я распереживался. Он неадекватный. Что делать? Тони. Соблазнять. Это слово произошло из латинского. Когда вы соблазняете кого-то, вы притягиваете этого человека. Лесли, очень идет ее сегодняшняя прическа. Быстро успокойтесь. Что я в этот момент делаю? Учителю нравится Лесли. Учителю нравится Лесли. Учителю нравится Лесли. Вот так. Ты мог бы зайти? Есть проблема? Ничего страшного, ну просто зайди. Я пристаю к Лесли. Почему ты это написала? Должна же быть причина, верно? В кафе он пил воду и сказал, что она бодрит. Я говорил о воде. Но он посмотрел мне в глаза. Я прибью тебя. Почему они думают, что ты пристаешь к девушкам? Отправь им наше фото, и они успокоятся. И вы оставите этого извращенца в школе? Вы же видите, что она травмирована, верно? Месье, мы правда хотим выяснить, что произошло на самом деле. Я узнала, она обратилась в полицию. Черт. Вы напишите заявление, но от своего имени. А я пока могу предупредить школьную инспекцию. Я не сделал ничего из этого. Письмо девушки может повлиять на вашу карьеру. Мы не можем позволить себе нанять ремонтника и адвоката. У них преимущество. Не делайте шума. Хорошо? Есть причина, по которой это происходит с тобой. Девочки увидели брешь, возможности. Клэр, что? Я знаю таких, как Стив. Если он думает, что ты что-то сделал с его сестрой... Эй, парни! Что? Еще долго? Ребята, а нельзя прикупить хавки? Я проголодался. Видимо, любишь поржать. Я скажу, это ни хрена не смешно. Ты мне 400 кусков задолжал. Я смею предположить, что вам двоим придется меня помучить. Смотри, не задохнись, псих! Не волнуйся обо мне. Я дышу через уши. Научился целуясь в засос твоей мамой. Ты кое-чего не понимаешь, Генри. Я решил с тобой завязать. Я все верну. Я всегда ненавидел похороны. В силу многих причин. Хуже всего напускная грусть. На похоронах порой радуешься, что старик помер. Да, ты помнишь похороны Лин в том году? Да. Она была мразотой. Ничего удивительного. Привет. Для тебя есть лохушка. Да, богатенькая. Я вам принес печальное известие. Кинжал стоит нормальных денег. Детка, все, соберись. А не то заберу кольцо и сережки. Нашего парня замели. Где его взяли? Что это меняет? Все меняет то, с чем взяли. А вдруг проболтается? Достаточно изменить схему, и все. Мы в безопасности. Он адекватный? Стопудово. Иди в пень, клоун. А когда отдуплишься, возвращайся и отхреначь этих клоунов.
Ты чё такое творишь, а? Похоже, ты хладнокровен. Я думаю, ты ищешь работу. Он точно не отбила. Лучше подстраховаться. За мной следуют одни и те же машины. Весь дом в жучках. Рехнулся. Вы же знаете о Bluetooth-гарнитурах? Да, но я это придумал до их выпуска. Я опережаю время. Точно не хотите жвачки? А не. Ну так едем. Чего мы теряем время? Вперед! Ты испугался? Не так сильно, как она. Сын, отец хочет тебя увидеть. Сын, многому еще тебя учить после завтрашней церемонии. Опущите сестра! За ней, по следу! За Цезаря! Мистер Кэмпбелл? Да. Да, простите. Дайте мне время, и я точно скажу. Вы понимаете, что мы пережили и что потеряли? Происшествие рядом с Нантакетом. Вечное бремя на ваших плечах, калечащее хорошего человека. Уезжайте туда, где вас ничто не будет отвлекать. За смену обстановки. Наверное, у вас много вопросов, друг мой. Ответы на них вы получите в свое время.